Южноуральский муниципалитет оказался готов к отопительному сезону только весной. Нагайбакский район получил акт о готовности к зиме 2 апреля. В территории было около десятка нарушений. Местные власти их исправили только после того, как прокуратура обратилась в суд. При этом в администрации подчеркивают, что все сложности были связаны исключительно с документами и на отопительный сезон никак не повлияли. Дело в том, что у нас перед самым стартом отопительного сезона произошла смена эксплуатирующей организации. Теплоснабжающая организация, которая обслуживала четверть района, отказалась работать. И районной властью были приняты срочные меры. Была определена эксплуатирующая организация, которой пришлось восполнять вот весь объем необходимой документации и для Магнитогорского Ростехнадзора, и для работы с ресурсоснабжающими объектами. Но ни для населения района, ни для нормального функционирования объектов социальной и бюджетной сферы это не повлияло. Отопительный сезон был начат вовремя, срывов в течение рабочего периода сезона не происходило. Нагайбакский район далеко не единственный, у которого возникли проблемы с получением акта готовности к отопительному сезону. 4 района оказались готовы к зиме лишь частично. А еще 6 муниципалитетов – Брединский, Карталинский и Кизильский районы, а также Златоуст, Копейск и Троицк – документы не получили до сих пор. Время еще есть. До конца отопительного сезона осталось всего около 3-4 недель.